когда ты уходишь, Боже, как больно, куда ты уходишь, у нас же ребенок. Поздно решать то, и чего должен, оба хотим, чтоб счастливую жизнь прожил, только пойми, мы делаем лишь хуже, этот развод ребенку не нужен, да, мы с тобой там что-то не поделили, но это не должно сказываться на сыне, это не должно влиять на его характер, ведь мальчик должен расти героем и спасателем, постоять за себя не научит бабушка, но сколько вопросов лишь драка решается, мама не научит, что говорить девочкам, без отца в семье вообще непонятно зачем это, мать, тебе не понять, как это важно, что в жизни ребенка должен быть и папа, да, забрала не навсегда, но пойми, хоть что видится по выходным, это не выход. Я лишь хотел, чтобы он не плакал, каким бы ни был сильным, знай, ты не забираешь сына у папы, ты оставляешь без папы сына. Я лишь хотел, чтобы он не плакал, каким бы ни был сильным, сына. Почему ты не хочешь стать семьей? Ты недовольна мной, я тобой тоже не скрою. Но ты знаешь, ребенок сближает, но ты уезжаешь, а он обижается хоть и не покажет виду, в душе затаит обиду. Как побороть эту беду? Все пройдет, когда я приду. Не бойся, все станет по-прежнему, чтобы мой ребенок не кричал, пап, где же ты? Чтобы он не плакал, не скучал, а сдерживал. Воспитан папа, а не одинокой женщиной. Признать нужно, в семье лучше не просто мама и папа, а жена с мужем. Как побороть эту беду? Просто подари ему семью. Я лишь хотел, чтобы он не плакал, каким бы ни был сильным, знай, ты не забираешь сына у папы, ты оставляешь без папы сына.